Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like of Game и добро пожаловать на прохождение Властелин колец битва за Среднеземье. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, поехали, ребят. Компания добрых. Замечательно. Ну что, покажем мы Сарумяну, где Изенгард зимует. Изенгард некогда был крепостью Гондора, но затем он был отдан волшебнику Саруману. Однако Саруман предал своих прежних союзников. Ныне он служит Саурону. Эти деревья были моими друзьями. Тихо-тихо, дети, ты что тут так разбежался? Тут надо, кстати... Ломайте плоти! Разрушьте пластину. Нужно аккуратно играть. Разрушьте стены Изенгарда. Мы должны ворваться в них. Мы должны уничтожить Изенгард, Древоборот. Только так мы сумеем помочь нашим друзьям. Последний поход энтов станет отличным походом. Саруман, мы не позволим тебе уничтожить эти земли. Пусть стены обрушатся на врагов. Так, давайте посмотрим. Разрушите плотину, дополнительно убейте Сарумана, дополнительно... Должен выжить. Ага, хорошо. Древоборот, возьми камень! Обрушь камни им на головы! Волшебник, да, Древоборот, используй камни! За причиненное зло. Кстати, эти быстро бегают так. Ага. Переворот. Стоимость 2000. Но это если он умрет, да? Мы пастыри. А, он паршивец. Так, а чё ты? Это не ко мне, он так быстро бегает. Опа, кстати, мы дошли до 8 очков, ребят. Так, это максимум, что я могу подняться, да? Меткий удар. Замечательно, что у нас тут? Кстати, вот тут надо разрушить, мы получим с вами золото. Пойдемте, короче, не разрушим пока. Так. Не спеши так. Пора. Так, и давайте, кстати, вот сейчас интересный разрыв облаков, солнечный свет. Так, союз эльфов, ага. И союзники Рохана. А что лучше будет? Лучники? Либо роханцы? Я даже не знаю. Давайте лучники, наверное. Поднимитесь, Энн. Поднимите мне бейки, да? А ты чё, чувак, стоишь? Тебя же бьют. Я, кстати, даже не увидел, что тебя бьют тут. Вам держите вместе. Тут есть еще кто-нибудь? Кто?
Меня зовут Древобородом. Угу. Проклятие на их головы. Расскажите что-нибудь интересное. Ой-ой-ой, стой, подожди, 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 ходит и ходит. Вы-то стойте. Я воин Шира! Я понял, что воин Шира. Хоббиты мирный народ. Ага, смотри, вон еще сидит один в кустах. Фига себе. Не сразу его увидел. Есть чем заняться. Ничто не устоит перед силой Энтов. Вы куда кидаете? Нет покоя деревьям. Я не так уж плох. Так вы давайте уходим, уходите, хоббиты, уши. Умри! Нет, не ты в воду зайди. А как насчет пинты пива? Мерзкий удар. Кто еще? Кого вы стреляете? Так, вы давайте сюда помогите. Своим сородичам. Ой-ой-ой, вот это опасно, блин, зря их привлек внимание. Сюда. Мерзкий удар. Злобные твари. Смотрите, я одного убираю. Давай, беги быстрее, тушись. Тут, кстати, тут деревьев нет никаких. Так. Мы пастыри. А кого? Деревьев. Где? А, вон он. Там не станут прахом. Сарумян, смотрите. Сарумян, вали Сарумяна. Там Сарумян вышел, прикиньте. Лох. Ничто не устоит перед силой Энтов. А мы все должны полностью, да, разрушить. За наших братьев. Так, близко тут не подходите. Нет покоя деревьям. Блин, как-то бегут. Что вы делаете? Куда ты бежишь? Куда ты идешь? Так. Мы будем стоять до последнего. Умрите, злобные твари! Быстрее помочь нашим. Блин, вот эта штука мешает, походу. Иду на тебя. Ой, бегите, что ж вы, ёб твою ж. Наоборот, весь народ привлекаете. Берегите стрелы.
чем Иди заняться. Сюда, вот Торбус, что ты там с... Давай быстрей. Ну, походу сейчас Энта это вызывали. Так, так ты где главный? Ты главный в конце. Замечательно. Они все в одного что стрелять? Вы хотя бы по разным стреляйте, кидайте камни. И стоят. Гениально, конечно. Проклятие на их головы. Так, они троих минусанули уже, блин. Они тревожат лес. Сколько он? Ух ты, еще двое тут. Замечательно, я забыл про них. Так, ты самое главное, сколько? 2000 стоишь, блин, мне 2000 надо. Меткий удар. Так, пойдем, подфармим денежки. Иди сюда. Вперед. Камень, ближайший бой. Разрушим стены. Сейчас за стену вы мне не даете, да? Разрушим стены. Нет, 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 не иди туда, я понял, как сюда. Разрушим стены. Это аккуратненько. Ты издалека, потому что главная опасность это огненные. Блин, а если огненные, я не знаю, согрею. Проходите незаметными. Я прошли вроде незаметные. Проклятие на их головы. Кстати, они давят еще с собой. Ой, один. Пикинесик. Ногу еще бьет, смотрите. Это не нравится. Нет покоя деревьям. Блин, за это бы давали бы тоже бы денежки. Было бы нормально. Так, как-то надо... Так, наверное, сделаем. Провокацию, ребят. Провокацию. Отомстим за наших братьев. Эльфы, будьте готовы. Не привлекайте внимания.
кстати, они быстро как здание ломаете. Это хорошо. Волшебник заплатит за причиненное зло. Нам надо сюда, наверное. Быстренько тут пройти, чтобы главное их не согреть. Отомстим за наших братьев. Замечательно, так иди сюда. Вот подальше от этих тоже. Мы ждем приказа. Блин, а вы же на время, смотрите, прикиньте. Они еще на время даются. Давайте быстрее тогда поуничтожаем, блин. Время-то у них, видишь, капает как быстро. Ну, ломай же. Эх, вы, растяпы. Меня зовут Древобородом. Тогда, хотя, знаете, надо было мне туда их, прям да. Куда-нибудь. Чтоб смахать с этими сорками. Тихо-тихо, ты что, кстати, приближаешься к... Осторожно, осторожно, заходим. Хороший камень. Проклятие на их головы. Так, а это все? Так, блестящий, блестящий. Покоя. Не секунды покоя. Вот эти, кстати, опасно вот согреть. Разрушим стены. Они вроде даже не заметили, да? Нет покоя деревьям. Мы с тобой. А они пофигу стоят. Видите, они просто не попадаю я. Так, это что-то заподозрили. Ёшкин кот, сколько тут. И речка, да. Нет покоя. Так, давайте я пока энтом поназначаю. Раз, два, 2000 мне надо ставить. Полторушку, да. Меня зовут Древобородом. Так, Древобород. Иди ты золото забери. Один, сходи аккуратненько.
плотине. Мы пастыри деревьев. Мы с тобой. Разрушим стены. Отомстим за наших братьев. Рубите все! Сирени против лучников вообще офигенно. Они не пройдут здесь. О, нифига себе. Блин, а вы чё? Отходим! Не жалейте стрел! Волшебник заплатит за причиненное зло. Берегите стрелы! А вот тут, кстати, уже плохо, что эти сагрились. Блин, вот вы эти куда же промазали? Они не пройдут здесь. Они тревожат лес. Разрушим стены. Давайте ему отдыха. Умрите, злобные твари! Не вступайте в бой! Давай, 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 давай! Быстрее, уничтожай и беги вот тут. Бегите, все сюда бегите, срочно. Особенно кто горит. Не спеши так. Так, и ты заходи. А вы куда пром... Ну что ж вы это делаете? Так, слушай, может вы на этом будете? Отомстим за наших братьев. Меткий удар. На зеленом быстрее восстанавливаться будете. Пора в дорогу. Пора, пора, путь дорожку. 6000, да? Угу. Так, главное оставить нам бы
ловушку, блин. А ну, там я сейчас подберу. Кстати, тут еще двое. Смотрите. Так, иди, я что-то сюда не хочу идти. Меня зовут Древобородом. Один. Вперед. Да, восстанавливается потихоньку. Вперед. Вперед. О, да. Что ж вы толпой не ходите? Толпой ходите, толпой, толпой всегда ходите. Толпой вы сила. Да еще вот так, наверное. Он реально, типа, они кидают туда, где они были последний раз. Что ж они во времени могут перестроиться? Защитить наши леса и привлекайте внимание. В лес. Здесь нас никто не заметит. Войны, пусть звенит тетива. Есть чем заняться. Они тревожат лес. Они тревожат лес. Уничтожь их. Они тревожат лес. Мы будем стоять. Пока браться будете, блин. Эй, подстрели вон того. Ничто не устоит перед силой эмтов. И давайте ему отдыха. Стреляйте! Блин, лучники вообще зачетные вот эти. Умрите, злобные твари! Жалко, что они еще на время даются. Это хотя бы ФБшка отнимается? Что вы кидаете? Нет, не отнимается, да. Меткий удар! С рукопашку пустить вообще. Ой,
Ой, блин, главное, огненных бы не согреть бы на себя, если честно. Это было бы. Нет покоя, печалька, если вот эти все согреются на нас. Они согрелись, да? Отомстим за наш брат. Ну давай, давай быстрее. Так, уходите. Злобные твари. Эти что-то видят вроде бы. Да. А че вы не до конца, блин? Есть чем заняться. Так. Так, после. Так, а я еще стены не обнаружил, да? А, плотину, дополнительный бейс Сурмана, ага. Не давайте ему отдыха. Пусть звенит тетива. Меткий удар. Энты идут на бою. Не давайте ему отдыха. Ладно, огненных мне зачпокать бы. Умрите, злобные твари! А, блин, вы это... А мне это здание еще чпокает. Не стрелять! Йо, что-то я... Под ноги. Умрите, злобные твари! Меня зовут Древобородом. Так, Древобород, давай, знаешь как... Я даже не знаю, сейчас немножко лоханулся я. Так. Сколько тут огненных? Раз, два, три, четыре. Четыре отряда огненных. Так, сейчас все подойдут, я, в принципе. Все, дядь, не ори, что возмущаешься. Так, тут точно больше никого нету. Давай, наверное, золото возьму как-то аккуратненько. Уходи, уходи. Еще одного могу, да? Мне просто надо, видите, 2000 оставить вот на Древобороде, если его убьют. Поэтому рисковать. Мы пастыри деревьев. Не сильно ты охота. Волшебник заплатит за причиненное зло. Меткий удар. Стой, куда? Вперед. Злобные твари.
Так не обязательно, все не подходите, издалека кидайте. Оттуда можете это кинуть? Проклятие на их головы. Мы с тобой. Ты и я. Мы одна сила, да? Меткий удар. Нет покоя деревьям. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. О, в разных, я понимаю, еще. Еще 4 отряда. Отомстим за наших врагов. С огненной самые опасные, поэтому. Лес пробуждается. Они наших могут поджечь. Да вы разно кидайте, что ж вы в одну все точки кидаете. Так, как вас? Нет покоя деревьям. Ну и все, в принципе. Оставьте ее в покое. Мы с тобой. Твари! Умрите, злобные твари! Меткий удар. Злобные твари. Так, ну и последнее здание получается, да? Эльф, будьте готовы! И давайте ему отдыхать. Эльфы будут. Ну-ка. Все, да, больше зданий нет никаких. Камни станут прахом. Ну-ка, плотина. Давай-давай. Все. Выполнил. Все, угу, замечательно. Захватили цитадель. Гнев Саурона будет ужасен, а его удар скор и неотвратим. Битва за Рохан окончена. Битва за Гондор только начинается.
ребят, уже, ну, можно сказать, наверное, половину игру прошли мы с вами. Замечательно. Так, это кто? Гендель, Гиплин и Боромир. Ага. А это кто у нас? Леголас, Арагорн, Гиблин. Ага, все видите, типа по разную сторону у нас разбросаны герои. Ритольчика, знаете, лайк, подписки, коммент, с меня видосик. Не болейте, не чихайте, играйте, только хорошие игры. С вами был Like of Game, и увидимся с вами в следующих роликах на канале Like of Game. Вот такие у нас пироги. Всем пока.